Юбилейную дату мы собираемся в этом году отмечать в Мирасе, в выставочном зале в городе Нефтекамске. На 11 сентября мы назначили открытие. Вот до этого периода должны оформить там выставочный материал. Первый этаж нам предоставляют. Поэтому всех просим прийти. Экспозиция будет состоять из детских работ, из работ преподавателей. Ну, тут и живопись, тут и материал разный, и батик, и войлок, и рисунки, графики. В общем, придете, посмотрите.